Аккумулятор в автомобиле имеет особенность разряжаться в самый неподходящий момент, и приходится срочно искать возможность запустить двигатель. Проще всего для этой цели пользоваться портативным пусковым устройством, которое будет храниться в бардачке и применяться при необходимости. Купить Jump Starter проще всего на AliExpress. Облегчить вам выбор поможет наш рейтинг лучших пусковых портативных устройств с AliExpress. Пусковое устройство Xiaomi 70 Mi с аккумуляторной батареей емкостью 11000 мА используется для автомобилей с бензиновыми двигателями до 4 литров, дизельных – не выше 2 литров. Также прибор подходит для мотоциклов, сельскохозяйственной техники и прочих транспортных средств. В устройстве предусмотрен безопасный зажим для прикуривания, изготовленный из меди. Помимо зарядки, аккумулятора Jump Starter применяется как Power Bank, чтобы заряжать мобильные устройства и другие гаджеты. А встроенный яркий светодиодный фонарик позволяет использовать прибор для аварийного освещения в течение 48 часов. Пусковое устройство Baseus предлагается на выбор покупателю в белом или черном корпусе. Прибор работает от 4 аккумуляторных батарей емкостью 10000 мА. Подходит для запуска автомобилей с бензиновыми двигателями менее 4 литров и дизельных транспортных средств до 2,5 литров. Прикурить также можно внедорожники, небольшие грузовики, мотоциклы, электромобили, спецтехнику. В устройство встроены два мощных светодиодных светильника, использующихся в качестве аварийного освещения и подачи сигнала SOS. Прибор может использоваться как внешний аккумулятор для электронных устройств. Пусковое устройство UltraEdge Star One имеет 4 встроенные заряжаемые батареи емкостью 30000 мА. Подойдет для запуска двигателя бензинового 7-8 литров. Дизельного 6,5 литров. Также способен запустить мотор грузовика, мотоцикла, яхты. Светодиодная подсветка разных цветов покажет уровень заряда и правильность подключения контактов. Jump Starter не разряжается в режиме ожидания и способен работать при температуре от минус 20 до плюс 75 градусов Цельсия. Водостойкий, ударопрочный и пыленепроницаемый корпус позволяет брать устройство в дальние путешествия. Можно использовать и в качестве повербанка для разных электронных девайсов. Пусковое устройство JigFly с 4 аккумуляторами емкостью 16000 мА подойдет для запуска бензинового двигателя до 5 литров и дизельного не выше 3 литров. Многофункциональный прибор можно использовать и для зарядки электронной техники, а также для подключения к разным устройствам, которым требуется источник питания. Для этого в комплекте поставляются адаптеры и переходники. В Jump Starter встроены светодиодные лампы для аварийной подсветки, компас, резак для разрезания ремня безопасности, молоток, чтобы в случае необходимости разбить стекло. Пусковое портативное устройство с комплектом кабелей и клеммами поставляется в чехле для хранения. Покупатель может выбрать цвет корпуса с желтыми или зелеными прорезиненными вставками. Пусковое устройство Jabber R700 благодаря пиковому току силой 2000 ампер и емкостью батареи 20000 микроампер запускает дизельные двигатели до 8 литров и практически любые газовые и бензиновые моторы в считанные секунды. Jump Starter подходит для запуска практически всех легковых автомобилей, а также грузовиков, тракторов, мотоциклов и спецтехники. Может использоваться и как зарядное устройство для мобильной техники и служит источником питания для портативных бытовых приборов. Для этого предусмотрены USB, AC, DC выходы. Уровень заряда аккумулятора показывают цветные светодиоды на корпусе. На этом все. Все ссылки на товары из этого видео находятся в описании.